Святого Духа. Мы слышали сейчас о том, как Господь искал плодов со смоковницы, мимо которой проходил сам вместе с учениками. Но не найдя на ней никакого плода, Он прекратил ее плодоношение, сказав: «Да не будет от тебя плода вовек». Смоковница, естественно, как легко догадаться, была образом человеческой души. Именно человеческая душа должна быть плодоносящей, покрытой не только листьями, которые были на смоковнице, а именно плодами. Что такое плоды человеческой души, объясняет нам в послании к Галатам святой апостол Павел, говоря: «Плод духовный есть любовь, радость, долготерпение, мир, кротость, милосердие, вера, воздержание». Это все те свойства, которые мы видим и в самом Богочеловеке Господе Иисусе Христе, и в святых, потому что это и есть свойства настоящего человека. Настоящий человек должен быть таким. Однако для того, чтобы нам преодолеть врожденное повреждение человеческой природы, которое мы носим в себе, нужен труд. И для этого труда нужно трудиться не только внешне, в плане каких-то действий, видимых извне, которые в плане духовной жизни чаще всего соединяются с хождением в храм, с теми или иными действиями, которые мы предпринимаем ради помощи другим людям. И все это совершенно необходимо и правильно. Правильно приходить на литургию, правильно исповедоваться и причащаться, правильно делать те дела, которые проявляют какую-либо любовь и заботу о других людях. Но в то же время все это еще не плоды, а только листья. Листья, потому что то же самое действие можно совершать совершенно различным внутренним расположением и состоянием. Можно благотворить из тщеславия. Можно приходить в храм потому, что, как говорится, на других посмотреть, себя показать. Потому что вот я хочу быть хорошим в своих собственных глазах, поэтому я прихожу, чтобы чувствовать, что я вот настоящий христианин. А вы все равняетесь на меня, что называется. С таким расположением тоже можно приходить в храм. Но ведь это и есть то, что обличал Господь в книжниках и фарисеях, говоря о том, что вы как гробы окрашены, внешне кажетесь людям благообразными, а внутри полны всякой гадости и мерзости. Листья необходимы для дерева, и без листьев плодов на дереве, конечно, не появится. Но если на дереве одни только листья, без плодов, то Господь показал, что с таким деревом может произойти. С нашей человеческой душой может произойти то же самое, если мы не воспитаем в себе тех свойств, которые ведут к Богу и которые действительно могут появиться в нас прежде всего тогда, когда мы ищем не чего-то земного и внешнего, а именно самого Господа Иисуса Христа как цель и смысл нашей жизни. Вчера только мы слышали Евангелие о том, как апостол Петр ходил по водам Генесарецкого озера, желая как можно быстрее оказаться рядом со Христом, который шел к своим апостолам по воде. И апостол Петр шел человеческими ногами, и мы понимаем, что такое вообще не бывает. Но мы понимаем и то, что в Евангелии об этом написано, и что это было, и что Богу все возможно. Возможно, чтобы человек шел ко Христу по любой стихии. И если человек идет именно ко Христу, то он внутренне меняется с каждым шагом. Каждый шаг, который делает человек по направлению к Господу Иисусу Христу, дает возможность внутреннего изменения. И вот именно на это изменение направлена вся наша христианская жизнь, со всеми ее в кавычках листьями. И эти листья делают возможным то, что мы, может быть, все-таки приобретем и плоды. Однако будем заботиться не о листьях, будем не внешним образом стараться угождать Богу, а искать прежде всего нашего собственного изменения, которое называется покаянием, и ради которого мы и молимся, и постимся, и исповедуемся, и причащаемся, ради которого мы вообще живем здесь, на земле. Постараемся именно сейчас, во время Успенского поста,
задумываться об этом и предпринимать те усилия, которые необходимы. Аминь.